Впрочем, я сейчас шел через перекресток центра города, и там шла толпа. Ну, в своей голове я назвал их, знаешь, грибы растут там вот. Грибы растут, и иногда я их не собираю, но такое название есть. Короче, толпа мелких. Первая буква Г, а последняя буква НИЦ. Что такое у меня? Ну, короче, я деградирую просто. Короче, группа, не буду говорить. Я не знаю, хотя я так посмотрел, знаешь, просто немножко. В конце шла в очках. Самая такая, типа, из них мелкая, ну или сколько ей лет там, 18, 17, 16. И она сказала, она сматерилась, и она при этом, они все при этом испытывают, вот толпой идут, они все испытывают какое-то, я не знаю, что они испытывают, короче. Они какое-то вот счастье испытывают от этой жизни постоянно. И когда они в толпе идут, они, наверное, испытывают особенно какой-то вот. Не знаю. И она сматерилась так, и еще радостный голос такой у нее был при этом. Ну, короче, они матерятся, курят все поголовно. Что-то там по поводу машины она смутилась. А, да, там, типа пропускает, а, да, или не пропускает, что-то я не помню. Ай, короче, какая тоска. Ну, грибница в модных очках. Ну, то есть не грибница, не грибница. Это не я, это не мое слово, это слово всяких. Короче, я не называл грибницами никогда никого. Но в голове у меня просто появилась мысль, что идет выводок грибниц. Ну вы понимаете, у меня таблеток нет еще. Еще плюс коронавирус, еще плюс этих. Еще плюс маниакально-депрессивный психоз, нет таблеток, нет нейролептиков. Флоксетин, одна таблетка осталась. Одну принимал по одной в день, утром. Принимал последние несколько дней. Я не считаю грибниц, ну, то есть, это другие называют грибницами, я никогда не называю. Я считаю, что это девушки, в принципе, мне они нравятся, только я им не нравлюсь. Ну и вообще ни один парень им не нравится, в принципе. Они, скорее всего, идут тусоваться со своими проверенными алкашами, как говорил один блогер. Проверенные алкаши, которые. Ну, короче, неважно. Они, наверное, какой-то. Не знаю, куда они идут. Интересно, может, надо было проследить, куда они идут? А может это без так же бессмысленно было, как следить за. Еще подхватил бы там что-нибудь. Они толпой идут во время коронавируса. Не толпой, но там дофига. И они все одеты так круто. Ну, короче, я люблю их, а не презираю. Просто грибница это какой-то дегенерат придумал слово, и оно что-то мне в голову пришло, потому что плохое настроение, что ли. Я не считаю грибницы. Что да это просто слово такое. Я не называю вообще никак. Ни грибницами, ни жарить там, ничего. Вот если кто-то говорит жарить, это плохой человек, сразу уходит.
ну, сразу идет такого, даже если ты его друг. А грибница, короче, я беру свои слова назад, так, просто я подумал, мысли преступления. Ну, они просто, еще одна заматерилась, и они все, скорее всего, курят, потому что здесь я не видел ни одной девушки, которая бы не курила. А, меня пропускает. Они все курят поголовно. Ну, это нормально. Я не запрещаю. Все нормально, все хорошо, все толерантно. Я толерант. Мы толерантны. Мы все толерантны. Скоро сдохнем. Все будет нормально. Скоро выродимся. Все будет нормально. Хорошо. Отлично. У меня просто биполярное расстройство.